Впервые в жизни сегодня я увидела живого дятла. Я понимаю, что это странно звучит, но я видела его только на картинках в букваре, наверное, и все. А он, оказывается, существует. Вот это да. Уже включили фонтанчики. Официально сезон купания в фонтанах открыт с наступлением мая. Очень классно, тепленько. Фонтанчики работают. Весна, весна, даже лето. А дети уже полностью в воде. И еще сегодня мы официально открыли сезон мороженого. Жара на улице. Спасаемся в теньке вкусняшками. У нас тут территория в парке есть, где и зелень, и скалы такие. Можно отдыхать часами на лавочке под солнышком. И красиво, и спокойно. И там есть для детей площадка. В общем, все найдут, чем заняться здесь. Я бы легла поспать. Такой хороший воздух, приятный, тепленько. Обожаю этот парк. В парке уже работают аттракционы. Хотим покататься на колесе обозрения. Видели, какое оно у нас? Модное, ретро. А мы покатаемся на колесе обозрения. Откроем уже так полноценно сезон прогулок в парке. Сейчас сниму вид вот оттуда сверху. Так, мы садимся сюда. Оп. Так, все такое старенькое. Поднимаемся. Наблюдаем красоты нашего города. Это летняя сцена. Плотина, мост. Ну, скоро будем на самой верхушечке. Весь город видно. Все, мы наверху. Туда красивее, да?